Меня зовут Евгений, это моя супруга Наталья, а это наши дети. Отлично. Откуда вы к нам приехали? Из Екатеринбурга. Издалека. А откуда вы узнали про наш сафари-парк? Мы проезжали мимо и в интернете, и от знакомых, что у вас тут есть. Угу. А вы впервые у нас? У меня семья впервые, а я вот на Дальнем Востоке был, но у вас в парке первый раз. Все хорошо. И как ваши впечатления о нашем парке? Нам очень нравится. Как вам букля? Отзывчивые экскурсоводы. В прошлый раз ходили на экскурсию с тиграми. Но, правда, на них так и не удалось нормально посмотреть, потому что они кушали в тот момент. Вот. А так все классно. Кормили оленей, гуляли везде. Сегодня буклю, да, это гладили? Буклю всем, да, понравился? Все, спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Спасибо. Константин. Откуда вы к нам приехали? Москва. Первый раз у нас в парке? Да, первый раз. А откуда про нас узнали? А здесь живут дальние родственники, друзья, они посоветовали сходить сюда. А как вам впечатление от нашего парка? Впечатляет, прекрасно, замечательно. Да, вам очень понравилось? Да, понравилось две экскурсии, и обе хорошо. Понравились. Как вам экскурсоводы? Замечательно. Все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Меня зовут Олег. Откуда вы к нам приехали? Из Москвы. Из Москвы. Как узнали о нашем парке? Ну как, посмотрели на козла Тимура и приехали посмотреть, кто же такой Амур. Первый раз у нас как-то. Да, первый. Все ли вам понравилось? Безусловно. Вы знаете, идеально. Пандусы для инвалидов. Очень удобно все. Прям вот. Покажите, пожалуйста. Дошел сам своими ногой. Да. Молодец. Отличный парк. Супер. Всем рекомендуем. Спасибо вам большое, что посетили наш парк. Приезжайте. Давайте теперь вы к нам. В следующий раз не со сломанной ногой. Не со сломанной будет не так эпично. Все, спасибо вам.